Я была сиротой, годовала, а сейчас я богата-богата. Выгодовала 8 детей, маю зараз 17 внуков, 23 правнучка, а там дальше Бог не знает, сколько их. Ну а теперь что ж я, благодарю Богу за это. Часом бывает, из радости заплачешь, из обиды заплачешь. Что я пережила за 100 лет. Благодарю Богу за детей. Я живу сегодня как малое дитя. И обстирано, и наварено за мною все. Люблю почитать. Любые книжки, вот читаю там про собаку Леси. Вот она мне нравится, как она умная была. Только что говорить не могла. Привезли меня в Сибирь, сиротою, 3 года. Годовалася у деда, у бабы. Мама рано померла, меня покинула малую. И думаю, куди ж я пойду? Никто ж меня замуж не возьме. Пасла телятку 2 года сельские, а на будущий год корабль займу. Я же больше зароблю. Тогда куплю машину спину и буду учиться модисткою, портнихою. А тут ты телятка кинула пасть, стали хлопцы мне кидаться. Да хлопцы были знатные. Богатые американцы. Не я ишла замуж, а мне отдали в 15 год. Вот и это я за американца пошла замуж. А потом, слава Богу, стали дети рожаться. Последнее письмо прислал Катя, кажа, выйдь на улицу, на крыльцо, и глянь на гумнище, это лес называлось гумнище. В той стороне я нахожусь, кинись вверх, и там головку положу. Тяжко было годовать после войны, и голод был, и холод. Была у дома на виномельнице, и бачу, солдат ходит. Красивый, высокий мужчина, одетый бедно-бедно. Ну, пленный был, и глянул, все глянул, а мне так душа поем болит. Думаю, вот где-то дома семья, а он тут скитается, голодный, поводетый. А он, кажу, его мысли, у кого чертова баба, как с ею познакомиться. Я и плакала, и говорила, ты что меня обманешь, насмеешь, у меня 3 детей, и свекер, и свекров. Сказал, детей надо годовать, а стариков надо доглядеть. И глядел стариков, и детей погодовал. А потом помалу-помалу, да нажилеши 5 детей. Годовала 8, моя рука на их не была, ни одного не била, никогда. Шурик, кажу. Папа сено грабил в саду, он был садоводом. Иди поможи, грабьте папе, бог мара иди. Хай корова грабе, она где есть, ответил. Ну ладно, пришел вечер. Наварила я вечерять, и всех по мене назвала. А его минуло. А самой душа болеет. Жалко, я знаю, что он уже есть и хочет. Уже спать надо, а не позвала. И он после сам, хлопцы, не робейте, а вы, как я. Вот надо маму слухать. Вот так я их учила. А бой не поможет ничего. А только указывать, указывать, то можно, то не можно. Чужого брать не можно. Вот. И своим не раскидайся. На день рождения мой, это все собираются. Так, отведывает по дном, а на день рождения, то 27 ноября, все, я не приглашаю, они все съезжаются сами. Ну, а в этом году уже не будет 100. Деньги не богатство. А что богатство? Родня.